Сегодня у нас необычный видеообзор. Открылся новый раздел на магазине, добавлены новые товары. Это раздел с машинками татуажными для перманентного татуажа. Их используют не только для перманентного татуажа, но это уже подробности, которые, в принципе, потом можно обговорить. Значит, у нас здесь есть машинка, вот такая вот ручка. Она у нас с регулятором скорости. То есть здесь регулируется скорость, она делается больше, меньше. Здесь кнопка включения-выключения. Также регулятор вылета иглы. Вот эта черненькая крутится и регулируется вылет иглы. К этой машинке идут в наборе 10 носиков и 10 игл, иголочки, единички. И также идут у нас здесь, ну, всякие вот принадлежности, вот колпачки там маленькие, средние, на пальчик, который одевается, то есть это для пигментов, да, ну, это, в принципе, знают уже мастера. И вот такой блок питания, он подключает, это, ну, к розетке подключается и подключается к машинке. Также можно заказать такую же машинку, которая подключается к другому блоку, который регулирует для регулировки скорости, то есть чтобы скорость еще меньше сделать, либо еще больше увеличить скорость. В принципе, машинка будет выставлена вот именно с другим шнуром, с другим штекером для подключения, чтобы вы могли посмотреть. Видеообзор на нее будет в будущем, и на другие машины тоже будет делаться видеообзор. Поэтому вы подписывайтесь на канал обязательно. Какие-то вопросы возникают, пишите. Также еще будет скоро видеообзор для набора для начинающего мастера по перманентному татуажу. Те, кто хотят начать делать перманентный татуаж, это будут наборы как бы основные, то есть то, что нужно для начала мастеру. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк.